Да, привет. Сейчас к нам придет сюрприз. Папа подарит Алинке подарок. Потому что она у нас воспитанная, хорошая девочка, да? Пеппа. Не Пеппа. Папа, ты несешь? Это дразница. Папа говорит сейчас, секундочку. А что там интересно? Тут... Нравится? У нас Виталинка очень любит машинки. Она куклы любит, машинки. И мы стараемся ей покупать так разнообразие. То куколку, то машинку. Да. Пожарная? Пожарная. Это тушить. Ух ты. Это наверное, светит, да, подсвечивает. Фонарь такой большой. А это лестница. Ага, это лестница, она вмещает и достает людей. Вот это да. Высоких этажей. На площадку возьмешь, мальчишки все обалдеют, да? Что у Виталинки такие машинки. Печёнка пыльёнка, печёнка пыльёнка, печёнка. Прикольно. Папа, а где те желтенькие, что мы перед этим ей дарили? А, вон. А ну давай их тоже. Да, у тебя будет целый парк. Да, смотри, сколько машин. Ух ты! Ну что, нравится тебе машина? Да. Ты сказала спасибо, папе? Песок. Это песок, да? Да, песок ложится? Насыпается, да? Песок, песок. Да. Ух ты. Уехала машинка, да? Смотри. Уж классные машинки такие, да? Я смотрю, здесь нет таких деталей, там, чтобы она в рот ничего не взяла, да? То есть, ну, я имею в виду, отломались, там, нормальные такие. Виталина, аварию делать нельзя. Ух ты! А трубочка сок? Нет. Это бронзбой, да? Не знаю, а она думала, что это как трубочка сок? Пожар, да. Сок. Чудо. Виталинка. Построим машинки, вот так вот прям. Построим. Желтенькую и красненькую. Желтенькую и красненькую. А где красненькую? О, ты просто пар. Плохо. А ну давай. А ну где папа, мама, а ну показывай.